Здравствуйте, дорогие зрители! Мы все здесь собрались посмотреть футбол на тракторах. Мой помощник сейчас подаст звуковой сигнал. Давай, подавай. Прям на ухо мне! Мы наблюдаем жестокое и брутальное зрелище. Я не успеваю за всем следить. Где же мяч? Самый скандальный тракторист, футболист Макдональд наносит адские удары, но он почему-то разворачивается и едет в сторону. Видимо, он трезвеет. Время для подзаправки. В прошлом году он слил всю солярку из вражеских тракторов. Кто его вообще позвал? Ему же запрещено здесь появляться. Очень сильно дует ветер, он мешает игрокам. Остановите! Да что мы сделаем с ветром? Дуйте в другую сторону! Опять этот лихач катит мяч. Макдональд! Трактор из бело-синей команды пытается блокировать ему путь, но глохнет в самый ответственный момент. Макдональд заводит мяч в ворота. О нет! Он думает, что человек в жилете — это его теща! Уберите камеру, замыливайте! Да, красиво получилось. Красное пюре, почти как томатное. Соскребайте. Но сейчас не время думать о еде. Макдональд продолжает давление вместе с мячом. А можно? Макдональд снова! А можно Биг Мак мне? Господи, аж на колеса намотало! Опять ты орешь, когда я по рации говорю, зачем? Если бы ты больше внимания уделял игре, а не своей рации! Зачем тебе Макдональдс? Не, съедай из дома! И снова у бело-синих есть возможность забить в левые ворота, но тут подъезжает Макдональд! Что он будет делать? Нет, он забивает мяч в свои же ворота! О, господи, у меня уже истерика! Зачем ты позвал Макдональда? Я просил тебя не звать его! Здесь трактор заезжает за линию. Это пенальти? Пенальти для Макдональда? Но он опять везет мяч к своим воротам! Мы же с тобой обсуждали, что его звать не надо, он же странный, он испортит нам мероприятие. Да нет, Макдональд нормальный парень, причем он мне обещал бутылку виски хорошего. Подожди, подожди, а эта бутылка, она у тебя или что? Она как? А что, она как? Она где она? Я ее оставил вот там на хранение. Что ты же знаешь, никогда не оставляешь ирландца бутылку виски на какое хранение? А вы про такую бутылку? Да, да, я же оставлял. Нет. Как? Нет. Дорогие зрители, это не спецэффект, и сейчас произойдет адское столкновение, но на последних шагах Макдональд отъезжает. Он едет прямо на нашу комментаторскую будку, но дрифтует в конце. И что, ты вот ради этого позвал Макдональда, да, за бутылку? Не, да? Ну он обещал же, что там просто... Все, давай, еще дуди, только не мне в ухо. Дорогие зрители, триумфально завершается очередной футбол на тракторах. Ну вот, а ты не хотел идти, понимаешь? А то Макдональд. Макдональд, да, конечно, никаких претензий нет к мужику, да. Целый ящик, вот такой огромный вискаря. Нет, ну нет, что нет, ты хотел? Нет, конечно, Макдональд, конечно, крутой мужик, да, в следующем году обязательно.